Нет, Кобра Магомедов, человек и тот боец, который еще совсем недавно радовал нас своими выступлениями. Ну и как эксперт, конечно же, в том числе на первом турнире NGL. Магомед, рады приветствовать, как настроение? Да, приветствую всех, дорогие телезрители. Ну что ждем от сегодняшнего матча? Сегодняшнего боя, который должен, как мне кажется, поразить многих. Две девушки бойцы, это всегда интересно. Ну да, это вишенка турнира. Я думаю, нас ждет очень захватывающий бой. Дамы практически без разведки начинают. Галина хорошо попадает. Слишком открыто идет Анна. Ой-ой-ой. Да, есть пата и отличный слэм, перевод и сайд-контроль в ее исполнении. Рекомендует секундант сейчас не торопиться. В маунт заходит Галина Якупова и начинает набрасывать удары. Ой-ой-ой-ой-ой. Забирает руку. И что здесь? Успеете докрутить? Да, болевой. На первой же минуте Галина Якупова просто как ураган пронеслась по сопернице, не оставив ей шансов, разбив стойки, зайдя в маунт, там поколотив прилично, а после еще и забрала руку и довернула на четверть. Все как по книжке. Несколько ударов, тейкдаун, болевой. Да, действительно, очень здорово все сделано было представительницей города Троицк, представителей клуба «Феррон». Но еще раз напомню, что ее соперница Скобнякова выходила на коротком уведомлении. И вообще здесь, я думаю, в любом случае и та, и другая девушка заслуживает отдельных аплодисментов. Да, конечно. Далеко не каждый мужчина выйдет в клетку. Ну а девушки просто молодцы. Итак, давайте слушать решение. В принципе, все мы его знаем. Победа Сабмишин. Сказать решение этого яркого поединка. Этого зрелищного женского боя. Победу! Болевым приемом в первом раунде одержала боец красного угла клетки Галина Якупова! Итак, Галина Якупова, поздравляем ее с победой. Действительно, девушка, которая одерживает третью свою победу на профессиональном ринге. И я думаю, что будет прогрессировать. Большая трудяга и молодец. Да, надеемся, увидим ее в хороших лигах.